Белорусские производители занимают большинство позиций в топ-10 по продажам фармацевтической продукции на внутреннем рынке. Около 50% номенклатуры, выпускаемой предприятиями, лекарственные препараты стоимостью до 2 долларов, примерно 26% до 1, что свидетельствует о социальной направленности. За последние 5 лет освоено и зарегистрировано 429 наименований. Горячие батареи добрались до предприятий. С 15 октября рекомендовано включение системы отопления потребителей тепловой энергии третьей и четвертой очереди, общественных и административных зданий, промышленных и прочих организаций. Соответствующее распоряжение подписано председателем Бобруйского горисполкома. Новый товарно-молочный комплекс открыли в Бобруйском районе. Масштабный животноводческий объект – третий в Могилевской области, возведенный по указу президента. Комплекс рассчитан на 600 голов дойного стада. Современное оборудование позволит повысить качество продукции и выйти на новые объемы – 5000 тонн молока ежегодно. Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть после завершения первого планового предупредительного ремонта. Для него было использовано более 26 тысяч единиц запасных частей, инструментов и принадлежностей. Такая практика необходима для подтверждения надежности оборудования и технологических систем. В детско-юношескую спортивную школу по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена» проходит набор. Принимаются девочки и мальчики с 6 лет. Комплектуются группы начальной подготовки с полным предоставлением экипировки. Срок обучения от года до 3. Сегодня в учреждении получают знания 198 спортсменов, учащихся разных возрастов. Их подготовкой занимаются 11 тренеров. Всего в школе 9 команд, 5 из которых участвуют в чемпионате Беларуси в юношеской и детской лигах.